Мой любимый телефончик у Умидиги C2 был уронен, и вот что получилось. То есть разбитый экран, видно, удар пришелся вот в это место. Видите, нажимаю, все затекает. Так что решил менять экран. Выключаю его. Вынимаю из чехла. Так. Бьем. Стандартный набор инструментов, которые присылают китайцы. Первым делом отвинчиваем два винтика рядом с разъемом питания. Вот эти два винтика. Вот такие маленькие. И теперь разбираем телефон. Вот, вставляя сюда что-то. Можно вот эту ковырялку из набора. Разбираю его первый раз, так что прошу не ругаться. А, вот в наборе есть вот такие штучки. Сейчас мы возьмем тоненькую. Ей, наверное, будет удобнее. Ха. Тоненькая ломается. Берем потоньше, потолще. Для чего это тоненькое нужно? Вот потихонечку стал выходить из корпуса. Видите, вот трещинка образовалась.
А, мы самое главное забыли. До смешного. Прошу вас этого не сделать, не забывать. Выдать сим-карточки забыли. Сейчас возьмем скрипочку. Забыл сказать. Обязательно надо извлечь лоточек с сим-картами. Отложить в сторонку. Теперь вынимаем. Теперь оно пойдет веселее. Видите, сразу практически вынулся. Вот. Располовинили. Самое главное не потерять вот эти вот нажималочки, на кнопочки отдельно отложить. Так. Теперь берем крестовую отверточку и отключаем шлейф питания. Для этого надо снять вот эту вот скобочку. Вот эту вот. И отцепить вот от аккумулятора идет разъемчик. Давайте по правилам лопаткой. Раз. Все, аккумулятор отключили. А тем временем посмотрим, что нам прислали братья-китайцы. Такая довольно-таки крепкая, надежная упаковочка. Так. Очень надежная. Ничего себе, хорошая упаковочка. Упакована лучше, чем новый телефон. Чуть ли не деревянная коробка. Класс. Так. Вот он экран в сборе с лицевой панелью. Вот что он из себя представляет. Ну, вроде все чистенько, аккуратненько. Теперь, вот имея вот новую морду в сборе с экраном и старый разбитый телефон, начинаем переставлять элементы. То есть нам надо низ переставить, аккумулятор и плату. Приступим аккуратненько. Так.
чтобы лучше видеть, я использую вот такое оголовье. Очень удобно. Так, ну, приступим. Здесь у нас внутри винтики все крестовые. Так, вот эту скобочку снимаем. Так, и будем вот так вот раскладывать. Так, продолжим. Включаем антенку. Откручиваем вот эти два винтика с большой шляпочкой. Винтик камеры. Так, поехали по разъемчикам. Чпок. Так, отключил это, отключил это, отключил, и так, а вот здесь еще разъем, так, пытаемся поднять.
подняли. И вот этот вот разъемчик надо отстегнуть. Он находится у нас вот здесь вот. Вот он. Вот. Все, плата отсоединена. И переезжает в новый домик. Потом ее установим. Так, теперь будем разбираться, как снять аккумулятор. Аккумулятор. Хотя давайте сначала микрофонный модуль вот этот снимем. Раз. Два. Три. Четыре. Вот наши 5 винтиков. Так, теперь аккуратно снимаем. Аккуратно снимаем и снимаем. Что мы снимаем? Вот эту плату с зарядкой. Раз. Два. Один винтик черненький, который ближе к серединке стоит, и другой беленький. Так. Вот. Теперь отсоединяем вот этот шлейф длинный. Шлейф длинный. И сразу же кладем его, как он лежит, налево вот эти вот дырочки. Так. Платку мы вынимаем. Вынимаем. И запоминаем, как лежат вот эти резиночки. Вот, видите? Вот. Эта резиночка как раз на микрофончик идет. Сейчас я поближе покажу вам. Вот эта вот резиночка вот стоит, корыца, с отверстием, а в корыце вкладывается вот этот микрофончик. Я сразу на новое место его переложу, чтобы не забыть. Так. И остается только вот этот скотч. Дальше сталкиваемся с необходимостью снять аккумулятор, естественно. Так, не знаю, как он здесь приклеен. Попробуем вот эту пленочку сдернуть и вытянуть. Ну-ка. А, да, вот эту пленочку раз, подняли, все. Аккуратно, не погнув, мы сняли аккумулятор. Теперь отклеиваем из-под аккумулятора корпус микрофонный и платку. Платка у нас... Вот еще какой разъемчик на платке есть. Так, значит, сразу
Смотрим кнопочку, которая отпечатки пальцев наши считывает. Так, вот наша платка, с ней поаккуратней. Так, поехали сразу собирать. Собирать. Значит, здесь все нормально. Вкладываем датчик отпечатков. Так, дырочка, дырочка. Так, выложили. Так, чистенький он. Чистенький, аккуратненький. Положили. Аккуратненько вклеиваем назад экранчик наш, вкладываем резиночку. Так, ну все-таки. Да, вот так вот. Раз. Смотрим. Так, выскочила корыца из-под микрофончика. Вот оно как. Вот, отлично. Теперь сюда черненький. Так, а в серединку беленький винтик. Так, все ровненько легло. Смотрим, как. Отключаем. Так. Так, неправильно проложил. Кадлёк надо сначала пустить, потом плату класть. То есть вот так вот. Так. Все правильно. Так, все склеиваем. Наклеиваем скотч.
И наш кобелек пропускаем вот так вот по канавке. Все, не забываем эту финтифлюшечку. Вот так вот. Так, как я говорил, уже черный с краешку. Беленький в серединку. Так, прижали. Есть. Есть. Теперь надеваем так вот этот разъемчик. Аккуратненько. Вот. Надели разъемчик. Вот так вот укладываем сразу провод высокочастотный и наклеиваем на место пластиковую накладочку. Так вот раз и аккуратненько. Наши экранирующие вот эти прокладочки. Вот смотрите, как ее вот прижал. И вот так-то в угол ее. Раз. Вот. То есть сначала к вертикальной плоскости приклеили. А теперь можете вот этой лопаткой прям горизонтальной. Вот. Все. Кранчики. Так, теперь сажаем аккумулятор. Давайте смотреть, что мы видим для аккумулятора у нас. А, минуту. Двусторонний скотч. Закрыт вот такой вот пленочкой. Вот. Типа целлофана. Сейчас посмотрим, как он снимется. Ну, чуть-чуть в комплекте братья китайские прислали нам новый двусторонний скотч. Сейчас мы его наклеим. Все будет хорошо. Да, здесь, конечно, можно использовать, но... лучше не стоит. Мы берем... двусторонний скотч, тут вот полосочки. Вот так вот. Раз. И два.
сейчас второй. Шоколадка и аккуратно клеим на место. Экранирующая штучка попала под аккумулятор. Ее надо выпрямить, конечно. Выправить. Вот так вот. Все отлично. Так, теперь ставим плату. Начинаем, как вы помните, с нижнего разъемчика, вот с этого. Подключили. Теперь укладываем, чтобы она не шаталась ровно, чтобы встала. Так. Так, датчик света. Это забыли пропустить. Ну что ж, склероз — дело заразное. Ну вот он здесь пропускается нормально. Вот, пропустили. И сразу защелкнем, чтобы потом не забыть. Так, это встало, это встало. Это сюда. А. Так, это у нас кнопочки-то не приклеены. Про кнопочки забыли мы. Так, со старого экранчика аккуратненько пробуем снять кнопочки. Так, блок кнопок у нас надо разбираться, как он здесь. Наклеим просто на скотч, понятно, вот так отверточкой подели и легонечко с улыбочкой отклеиваем и приклеиваем вот сюда. Ошибиться здесь нельзя, здесь есть пазы. Вот, смотрите, четко в пазы кладете
и приклеивайте. Все. Все четко. Так. Теперь надо подключить кнопочки. Вот этот разъемчик. Поднимаем черную вот эту штучку. Так, где мой пинцетик? Пинцетика, ну ладно. Попробуем так. Вот. Видите, на шлейфике белая полоска. Белая полоска должна быть ровненько вот так вот стоять. Вот. Поставили. Поставили белую полосочку. Видите? Вот она. Ровненько поставили и пальчиком опустили вот эту защелочку. Все. Аналогично вот этот разъемчик. Подняли черную. Ставили на живой разъемчик. Так, чтобы белая полосочка была параллельна самому разъему. И опустили. Так, теперь вот эти вот защитные наклеечки можем приляпать назад на. И вторая. И вторая. И вот эту большую экранирующую наклеечку тоже просто вот так вот разравниваем ее. Вот. Вот она так вот. Все. Так, 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 так. Не забудем высокочастотный этот тут разъемчик тоже надеть. Здесь так выверен кабель, что когда вы наденете, он четко ляжет по канавке. В этом смысле китайские инженеры конструкции просто молодцы. Видите, и четко в канавочку. Все отлично. Так, вещь. Теперь наши 5 винтиков. 1, 2, 3, 4, 5. Закручиваем вот сюда вот. Я сначала наживляю.
Так, и теперь вот так ровненько положили, чтобы она шаталась, не щелкала при покачивании, не щелкала. И затягиваем все винтики. Сошлось хорошо. Так, теперь подсоединяем нижний разъем и подсоединяем наш аккумулятор. И теперь делаем тестовое включение. Сейчас я выключу свет, чтобы было ясно видно. Сейчас посмотрим, как загрузится. Ну, сразу видно, что экран новый, все чистенько, естественно. Все, ну как видите, дата сбросилась, а так все работает, все отлично. Выключаем и начинаем окончательную сборку. Включаем свет. Так, и поехали. Значит, два винта с большой шляпкой. Вот эти места. Раз. Опять только наживляю, затягиваю в конце. И один с большой шляпкой около камеры. Вот. Так, советую. Поставили пальцы, пошатали, чтобы село четко все. И только тогда затягиваем винты. Так, ВЧ-разъем прикрываем коротенькой заглушечкой, соответственно. Вот так вот она цепляется за край платы. Вот так вот. Разъем питания вот с этой стороны, наоборот, вот так вот, смотрите, вот, вот сюда вот подсовываем под низ, закрываем и еще один винтик с большой шляпкой. Здесь запомнить легко. Вот 4 винтика с большой шляпкой по краям и один около камеры. Все. Так. Еще раз все разъемчики проверяем. Так, экранчики. Датчик света, вспышка.
пышка, все должно сидеть на своих местах. Так, теперь берем наш корпус, вкладываем в него кнопочки. Так, кнопочки. Вот так кнопочки вкладываем. Смотрите. Вот видите? Там есть выпуклость. Запомните, в какую сторону. Вот. И теперь аккуратно. Полностью собранный. Ну, еще раз сейчас все винты протянем. Так, и аккуратно вкладываем в корпус. И защелкиваем. Вот так вот. По кругу прошлись. По кругу прошлись. И осталось нам закрутить два винтика, которые около разъема питания. Вот они. Когда закручиваете эти винты, вот поставили винтик, потом вот так пальцами сжали, пол оборота до щелчка против часовой стрелки и пошли вкручивать. Тогда вы будете точно уверены, что винт крутится правильно. Так, куда же я дел свою любимую отверточку? Звездочка моя. Вот она. Вот. Без чрезмерного усилия просто закрутили плотненько. И все. Так, вот наш телефончик. Все красиво. Уминиги C2. Включаем.
Вот и все. Осталось выставить дату и время, вставить сим-карту. Сим-карточки можно не сразу вставить. Это все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь.